Всем привет, друзья! Сегодня я буду играть в Brawl Stars. Я сегодня планирую сделать прокрутку. Просто в левом нижнем углу вы видите, сколько у меня денег. Это очень мало. Тут кому-то выпал лед. Он не очень крутой. У меня вот это. Так. Короче, я сейчас до одного острова пойду, пока подождите. Ну все, ребят, я доехал до этого острова. Ух, вон мой друг. 19 тысяч. 19 тысяч. Мой друг ценится. Я не продаю своих друзей ради денег. Так. Я испугался. Ай! Мы должны победить его. Лагает. Лаги. О, как у меня мало хп. Хп мало. Надо быть осторожнее. Двенадцать хп, надо отхилиться. А, нет, я умер. Так. Мы летим. Я сейчас хочу прям в него. Что? Я задание не взял! Я задание не взял! Это плохо. Фух. Я задание не взял! Это было очень страшно. Где я? Ой, было опасненько. Ай, нет. Все, давай, пока-пока. Алло, люди, а где моя вся статистика? А, вон она, прыгает. 28, чего? Так, я включу камеру, когда он появится. Так, босс появился. Тут стараемся его победить. Нужно быть всегда на чеку. Так, надо быть осторожным. О, нет, о, нет. О, нет, о, нет. Да, я его победил. Yes! Прокачиваем свою статистику. Так, у меня 43 тысячи. Я отправляю в средний город.
Нам нужно в пиратскую деревню. Так. Я потихоньку уже почти долетаю. Это был другой остров. Не-не, за что? Вон туда надо. Я должен победить Бобби. Так, мы взяли задание на Бобби. Чуть не забыл про сокровища. А я его точно взял? Сундук дайте. Теперь из-за того, что тот парень убил. Несправедливо. Интересно, за что? Так, я продолжил. Он пока еще не появился. Я буду здесь вот так вот бегать. Так, я жду его. Упали. Куда мне? Так, что это? Йоу, не хочешь? Тьмы? Его что, убили? Кто здесь был? Так. Когда же он появится? Я пока вырубаю камеру, когда появится... Ой, когда появится, включу камеру.
Так он появился. Мы сразу начинаем его убивать. У нас пока все хорошо получается. Страшно! Так, все. 55 000. Не хватает чуть-чуть. Пойду-ка я на другой сервер. Да. Рабочий. Yes, рабочий. Так. Надеюсь, он будет здесь. Так. Я сейчас... Так, ребят, я заработал на фрукт. И я сейчас открою фруктик. Так, 55 нужно. Так. И что же там? Барьер. Ну неплохо. Смотрите, это мой инвентарь. К сожалению, у меня есть барьер, но я отдам своей сестре. Так, сколько же он стоит? Барьер 1250. Ой, помню, у меня был фрукт Blizzard. А вы знали, что мой фрукт стоит дороже, чем Тирекс? Мой стоит 2425, а Тирекс 2350. Так, где же моя сестра? Хорошо, я выключу камеру. Так, моя сестра зашла, я сейчас фрукт передам. Это наше секретное место. Ну, я зашел в наше секретное место. Где? Забыл. Это только у меня подсвечивается. Просто нужно на кнопки нажать. А как выбраться? Мануля, подожди. Опа. Главное не съесть. Все, ложи в стол. Спасибо. Не за что. Давай покажи свои трюки. Ок, я покажу свой, а ты свой. Снимай. Стой, Мануля. Твои еда остывает. И, короче, всем пока!